Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я приехал в люксовый комплекс Azura Park, который находится в районе Mahmutlar. Тут продается одна из видовых квартир, 2 плюс 1. Юго-восточная сторона, квартира продается под ключ. Тут вся инфраструктура, которая работает 12 месяцев в году. Огромный первый балкон. Территорию я вам покажу после того, как сниму квартиру. Застекленный балкон. Большой. Ну, полезная площадь здесь 110 квадратных метров. От стены до стены. Вместе с балконом. Но этот вид у вас никогда не закроется. Если даже в будущем когда-нибудь где-то что-то построят, вид на горы по-любому останется, на море тоже по-любому останется. Квартира на высоком этаже. Гостиная совмещена с кухней. Бытовая техника в основном фирма Bosch. Холодильник. Посудомойка. Да. Плита, духовка и вытяжка фирмы Bosch. Видите, квартира продается под ключ, кое-что хозяин заберет. Тут у нас прихожая. Огромная территория, бассейны с горками, спа-центр. Сауна постоянно работает. Там по часам. Первый санузел. Джакузи. Есть шаттл до моря. Каждый час едет автобус. Это детская спальня. Тут родительская спальня у нас. Телевизор фирмы Samsung. Кондиционер Archi Leak. Тут второй санузел. Также мы выходим к балкону отсюда. Спускаясь вниз, показываю всю территорию. Есть три лифта. Спускаемся вниз. Спустились мы в лобби. Тут баскетбольная площадка, открытая парковка. Есть также крытая парковка. Вот там теннисный корт. Здесь детская игровая площадка. Горки, бассейн с верхней стороны. Поднимемся туда. Вот комплекс. Это состоит из нескольких блоков. Расстояние отсюда до моря 2400 метров максимум. Здесь ресторанчик. Сейчас спустимся. Тут есть боулинг, бильярд, ресторанчик, фитнес, спа-центр, кинотеатр. Это у нас огромный крытый бассейн, который запускается зимой. Здесь огромный фитнес, зал. Внизу у нас спа-центр. Я не могу показать турецкий хамам, сегодня женский день. Вот такой спа-центр, хамам, сауна, ну все тут есть. Шик-пык. Вот такие санузлы тут. Кинотеатр. Мы пройдемся отсюда. Там топчаны. Тут кафе-бар. Тут кафе-бар. Рабочий. Вот
Тут у нас аквапарк. Здесь запускается, мне кажется, два раза в день, что ли, не знаю, вода. Айдат у этого комплекса ежегодно 1200 евро, а ежемесячно 100 евро. Вот весь комплекс, который я постарался вам показать. Кстати, открытая парковка гостевая есть также снаружи, с той стороны, я вот там снимал, спереди. А также мы сейчас выйдем позади проекта, тоже есть открытая парковка. Вот такая огромная территория. Проект был сдан в 2013-2014 годах. Вот парковочки, которые я сейчас вам покажу. Тут ресепшн, проект отельного типа. Здесь охрана 7/24 часа. Чужие не могут зайти, специальные карточки должны получить. Вот открытая парковка. Отсюда поднимается шаттл до моря. Есть даже банкомат Денисбанк. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 220 тысяч евро без скидки. Пишите, звоните по номеру +90 555 064 91 10. У меня есть много вариантов. То, что вы ищете, я вам могу его найти. Обращайтесь, так как мало снимаю ролики, жарко. В наличии есть также квартиры под ВНЖ. Сегодня район Махмутлар закрыт, и ВНЖ пока по этой квартире не получить. С вами был Агасей, Солнечный Алания, район Махмутлар. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий. Всем пока-пока.